Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Привет, Ви. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. С нашивкой Корпо Электрик. Обычный ящик. Логотип Деккер, Ханака и Роджерс. Типично для помойки. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем.
Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Да, поехали. Погнали. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошел. Работаю 4 дня, и меня заебало таскать ваши ящики, я сваливаю. До трех не досчитаешь, как я тебя грохну.
живой? Живой! Решил не играть в скрытность! Попробуй найти проход на нижний уровень. Я нашел спуск. Видишь, где? Ага, буду через минуту. Жди меня. Ты здесь. Будь начеку. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. Сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ, и все сойдет. Что за РТЛ? Эритритол. Типа конфеток для взрослых. О, нам надо в коридор. Вот за этой комнатой. Окей. А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Делай, что хочешь, только быстрее. А ты откуда знаешь? Да я видал, как он живет, ёпта. Ну, он же начальник. Ему так полагается. Он начальник, потому что на него куча хуесосов пашет ни за что. Хуесосов, как ты. Допустим, ты прав. Но как ни крути, сейчас что ни... Что не так? Сними их по-быстрому. Близко.
надо перезарядиться. Там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добро пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж.
заебало тут торчать. Тебя бесит, что над нами никто не стоит, и можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить весь день под дождем? Да уж, прямо невыносимая хуйня. Нет, бесит, что тут работают одни и те. Так дверь открыта. Если выйдешь, на одного станет меньше. Если я тебя прирежу... Ну ты попал! Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я... Слышь, Джонни, что мне сейчас делать-то? Делай то, зачем пришел. Спрашивай, пока не... Джонни, она без сознания. Или очень хорошо притворяется. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три! Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты.
Понял. Идем к лифтам. Тебе трудно, что ли? Ну, хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли ад, чтобы торчать под дверью. А, блядь! Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? Два. Из них только один целый и понятный. Остальное… Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. То есть ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Окей. Показывай. Погоди. Дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Не, ну посмотри на нее. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это по фебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Можешь осмотреться, если хочешь. На что мне смотреть?
лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Обратите внимание на устройство охранной системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бохи. Главное, чтобы у него не было подозрений. Главное, чтобы у него не было подозрений. А если он сам вдруг начнет вести себя, как это обычно? Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Oui, les allez. Vous avez raison, man, c'est tout intelligent pour ça, pour te bien. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуист. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Mon c'est pas engagé. Un pli, c'est pi bon moye, nous vive pour. Un pli, c'est pi bon moye, nous vive pour nourrir sous les rues. Nous prenons chance. Просканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Oui, les allez. Vous avez raison, man, c'est tout intelligent pour ça, pour le bien. Ou pas, c'est même celle-là fait un problème? Man, c'est pas engagé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, souillir, et nous. Donc nous prenons chance, là. Moi, t'as aimé quoi, même j'avais, oh. Qui s'il veut amener nous direct sous halt. Vous qui ont bon vivre? Très bien. Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаю. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем
была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Мне нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Босс вудуистов, мама Брижит. И связаться с ней будет тяжеловато. Мама Брижит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни детали. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистам? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать, и перезвоню. Что тебе нужно? С вами Стэн! Солнце село, но я надеюсь, что вы еще не спите!
требует кресло мэра еще на 4 года. Опросы показывают, что Райану беспокоиться не о чем. Свой голос ему готовы отдать более 60% горожан. Видимо, его сопернику Джефферсону Геральсу придется искать новую стратегию. Что, Найт-Сити все устраивает? Хотите стабильности еще на 4 года? Ну, дело ваше. С вами Стэн! Солнце село. Но я надеюсь, что вы еще не спите. Сегодня обещают дожди. До завтра, конечно. Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил. По смерти смотрят на репутацию, на статус. Твой значок для них ничего не значит. Привет. Залетай. Нет, все мои проблемы, эти заговоры. Все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за надо тебя. Орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои знаешь, проблемы. Что ты? Иди нахуй! Не советую с ней связываться. Бести, есть разговор. Все в порядке. Ты не из наш? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Мне нужна говори, помощь. Как... Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дюшон, Джеки Уэллс и Пак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Тауэр, как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологи? Серьезно? Окей, как скажешь. Джонни Сильверхенд погиб в Арасака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эйд. Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Четко. Да, только с оплатой непонятно. Не переживай, гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлин. И без подробностей, да? Именно. Ты не боись, деньгам не обижу. А дельце-то ерундовое. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше делать. До связи, видимо.
Давай-ка послушаем, что скажет Деннис. Ну, чем порадуешь? Нашелся груз? Потрепан, конечно, но ничего страшного. Лади парня в багажнике, двигай на север. Окей. И еще кое-что. Остерегайся тигров. У них на твоего нового спутника все локаторы настроены. Что ты сказал? Блин, трубку бросил. Стэн! Солнце село, но я надеюсь, что... Дело сделано. Я вижу. Молодец. Отличная работа. Ну как ты там? Порой Йоси. Денис, дать мне надежду. Это все трогательно. Но как насчет за работу заплатить? Да, да. Вот, прими это в благодарность.
Как говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука.